Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и еще раз поздравляю вас с наступившим новым 2021 годом. И это первый заказ в новом году с первого каталога компании Oriflame. Сейчас мы вместе с вами посмотрим, что я заказала, расскажу, что интересного, покажу новинки. Заказ на 316 баллов. 316 баллов, как я могла забыть. Итак, поехали, начну с самого крупного заказа. Это гигантские пены для ванной. У меня одна была под заказ, одна себе, и одна уже тоже ушла под заказ, уже даже перевели за нее деньги. Смотрите, чем интересна эта пена. Объем 750 миллилитров, аромат Cherry Blossom in Love, то есть вишневый цвет. И я свою сразу открою. Ой, тут пломба. Все, кстати, крышечки запломбированы и вот так не откручиваются, то есть если пломба сорвана, значит кто-то уже открывал ее, нюхал. Ах, пломбу отрываем, главное ногти не повредить, и нюхаем пену. Чудесно, чудесно, вот чудесный аромат, как я и ожидала. Потому что в прошлом году у пены был, по-моему, в позапрошлом был не очень приятный аромат, такой вот, что прям хотелось его вдыхать и вдыхать, а этот просто чудесный. И мне нравится рисунок такой акварельный, очень красивый. Вот такие вот гигантские пены рекомендую брать всем, потому что только раз в году у нас бывает такая акция под Новый год, огромная пена с хорошей скидкой. Два шампуня для волос, то есть для от перхоти, серия Hair X. Под заказ клиентка берет на протяжении уже нескольких лет этот шампунь и говорит, что он единственный, который помогает ей избавиться от перхоти. Пробуют периодически какие-то другие, когда нам некогда встретиться или долго нет шампуня в каталоге, но, говорит, перхоть тут же возвращается и становится некомфортно. Поэтому тоже, у кого проблема, рекомендую попробовать этот продукт. И здесь у меня огромное количество чудесных ярких флакончиков, таких вот красивых. Это средство для интимной гигиены. Я взяла все три вида, часть у меня под заказ, а часть для себя, то есть себе в запас положу обязательно по одному виду каждого. Здесь у нас освежающий, да, такой вот смягчающий, даже не помню какой к чему, но то, что они мне все нравятся, это однозначно. Смотрите, они у меня пошли испаринкой, потому что их только сейчас занесли с мороза, только сейчас приезжал курьер, они такие еще холодненькие и сразу согреваются и становятся такие вот мокрые. Отличный гель для интимной гигиены. Когда меня спрашивают, какой лучше, я не могу сказать, что лучше синий колпачок или зеленый или розовый. Я их периодически меняю, мне они нравятся все, тем более что у нас три точки, где стоят гели, поэтому я просто каждый ставлю, один такой, мне они все очень нравятся. Они отлично очищают, они прекрасно избавляют от всех нежелательных запахов и смягчают, то есть увлажнение, смягчение, очищение, освежение и так далее. Кстати, такой лайфхак: если вы любите много готовить и часто возитесь с такими продуктами ароматными, как чеснок, лук, рыба, то чудесное средство — поставьте себе вот такой вот гель для интимной гигиены и мойте им руки, все запахи неприятные тут же убираются. Со скидкой 50% я заказала себе коллаген ночной. Сейчас я пользуюсь серией Novage. Я всегда пользуюсь полным комплексом, чтобы было все: очищение, сыворотка, крем для глаз, дневной и ночной крема, то есть 5 продуктов в наборе, плюс дополнительные средства для зоны декольте, эмульсия, ночная маска. Ох, еще что-то там у меня лежит, естественно, для очищения кожи гидрофильное масло, то есть вся серия Novage у меня всегда в арсенале, потому что только использование полного комплекса дает тот результат, который заявлен компанией. Ребят, это не шутки, просто если взять один крем, он, конечно же, крутой, особенно крем и коллаген, я его обожаю, но без остальных составляющих он
будет в 7 раз менее эффективен. Так, как открыть коробочку, чтобы вам показать баночку. Вот так вот будет выглядеть баночки. Конечно, серия выглядит очень красиво, но самое главное для меня — это результат, потому что результат на лице. Я каждый день получаю комплименты по поводу того, что я хорошо выгляжу, что выгляжу моложе своего возраста. Все это благодаря NovAge. И это еще не все, еще один виновник хорошего самочувствия и хорошего внешнего вида — это wellness pack. Я пью wellness pack уже более 10 лет каждый день, и кто-то мне пишет: нельзя так много пить витаминок, это вредно. Ребята, витамины нужны организму каждый день, не в понедельник и вторник и воскресенье, а каждый день. И они не накапливаются, то есть мы их получаем, да, и они сразу распределяются по организму. Поэтому я предпочитаю съедать один пакетик wellness pack. Здесь у нас есть омега-3, астаксантин и мультивитамины, минеральный комплекс. Один раз в день пакетик скушали, и не надо есть 16 килограмм апельсинов, там сколько-то грамм рыбы красной и так далее, и так далее. То есть мы посчитали, получается, один пакетик стоит, ну если по подписке все правильно делать, ну меньше 100 рублей, где-то 80 рублей, по-моему, один пакетик выходит. А что можно купить на 80 рублей? Ребят, вот скажите, что, вот чтобы организму дать витамины, надо как бы мыслить, да, более так масштабно. Вот мои любимчики. Плюс по акции я заказала пока что 3 баночки астаксантина. Если вы откроете первые странички каталога, то здесь сразу у нас красивое такое предложение: на каждую 1000 рублей из заказа получи скидку на 3 продукта: Divine аромат, NovAge капсулы восстанавливающие или астаксантин с огромной скидкой. Поэтому я взяла, ну опять же мы смотрим по возможностям, взяла 3 баночки, и еще я взяла по акции, так, где у меня, так вот, нутрикомплекс, капсулы восстанавливающие, как их не взять, обязательно, для того чтобы побаловать свою кожу. Естественно, я круглый год пользуюсь серией NovAge, а иногда даю дополнительное питание кожи. И здесь коктейль масел, 6 драгоценных масел, которые восстанавливают кожу. Вид невероятный, когда пользуешься комплексом, и плюс еще эту капсулу под ночной крем утром — просто такая красота. Щечки румяные, кожа ровная, мягенькая, она и на ощупь очень приятная, и на вид. Ну как же не воспользоваться таким классным предложением? Вот такие вот капсулы рыбки. Кстати, я сейчас пользуюсь капсулами Королевский бархат, начала ими пользоваться перед Новым годом, поэтому эти пока отставлю в сторону, воспользуюсь до конца тем продуктом, сделаю перерыв и приду опять к этим капсулам. Будет у нас поддержка кожи идти регулярная. Ох, а здесь сколько всего еще, ребята. Набрала кремов для рук с ароматом персика, так не терпится попробовать. Обожаю фруктовые вкусные ароматы. Здесь 75 миллилитров, легкая текстура, то есть этот крем, он невесомый. Если вы любите легкие крема, ну чтобы они хорошо питали, то вам нужен именно такой. Ой, а запах, вот прям блаженство. Я вот сразу один себе вот сюда отставлю, чтобы не спутать, и еще себе сразу припрячу, потому что я не уверена, что компания будет эти крема выпускать долго, вдруг их уберут с производства. Мне важно, чтобы у меня был такой запас. И уже отправила вчера заказы, там под заказ 4 крема. То есть эти я не на продажу, я прям себе их брала специально, чтобы вот себя баловать на 100%. Также заказала маску для себя, маска-пленка с углем. Не пробовали? Очень рекомендую, тем более что в этом каталоге на нее скидка очень хорошая.
маска-пленка черного цвета, и она отличается от масок, которые я раньше пробовала, также в Oriflame. Они вот были такие, просто вот стягивали, и вообще лицом нельзя было шевельнуться. Это более эластичная, ее можно держать 20 минут на лице, и потом ее просто вот так снимаешь. Ну вот все эти 20 минут — это просто чудо. Можно снимать чудесные сторис, такие прикольные, с этой маской, делать прекрасные селфи для того, чтобы выложить в Инстаграм или ВКонтакте. То есть, ну, веселая достаточно маска для того, чтобы вот просто сделать что-то необычное. А еще у нас в каталоге есть специальное предложение, когда вы переходите на второй раздел, он так и называется, предложение, то вам компания предлагает заказать масочки или наборы, три набора на выбор. Смотрите, я себе хотела заказать маску с ягодами годжи и органическим овсом. Она стоит, получается, со скидкой 159 рублей. Значит, в каталоге, наверное, 199. Да, здесь же у нас для снятия, для очищения кожи, молочко с кокосом и алоэ, и целая серия с медом и миндалем, бальзам для губ, крем для рук и защитный крем для лица. То есть это защитная серия. И я когда увидела скидку, получается, весь набор за 559 рублей всего, и я подумала, это очень выгодно, надо брать. И у меня вчера, знаете, сразу заказали еще крем для рук и бальзам для губ, поэтому это я уже сразу продам, и у меня практически пол набора окупается. То есть, да, я кому-то еще буду предлагать эту продукцию, маску, естественно, себе оставлю, и получается отличное предложение. А также посмотрите, у нас там есть маски, по-моему, они получают всего по 59 рублей. Маски в коробочках, три вида, вы представьте, 59 рублей — это лучшая цена на такие маски. Как они выглядят, сейчас покажу вам внутри. Здесь у нас апельсин и инжир. Представьте, какой-то чудесный маленький подарочек, презент, комплимент, как угодно это называйте. То есть мы дарим человеку, да, да, инструктируем, как пользоваться, объясняем, что это не еда, что это для лица маска, потому что выглядит как, ну, джем, да, мед продают иногда таких вот отдельных, ну, сразу, чтобы скушать, упаковочках разовых. Мы отдаем инструктаж и оставляем человека в прекрасном настроении, с чудесным подарочком, который так хорошо упакован, и всего это стоит по цене дешевле, чем шоколадка. Ну, хорошая шоколадка стоит где-то в районе 100 рублей, да? Отличный вариант. Я думаю, что любая девушка обрадуется такому подарочку, поэтому я на 8 марта для своих клиентов уже готовлюсь, заказываю разные варианты подарочков. Тут у нас будет День влюбленных, 8 марта, надо позаботиться о том, чем мы будем баловать своих близких, да, и друзей. И еще я заказала, по-моему, это из вкладыша, лосьон для тела с миндалем. То есть его можно презентовать и как крем для рук, и как лосьон для тела. То есть можно в дорогу такой взять вариант, тоже маленькие упаковочки, и тоже стоит что-то в районе 50 рублей. Но согласитесь, это, ну, это отличный вариант. Что можно за 50 рублей даже приобрести, я не знаю. Так, и это еще не все. Я заказала для себя вот такой вот наборчик для ногтей. У нас вышла новая серия, и я уже выкладывала видео, где я тестировала масло для ногтей Кутикулы с кисточкой. Я в восторге от этого продукта, и мне вот писали в комментариях, то что дорого, как бы, да, такой маленький вес. Друзья мои, мальчики и девочки, потому что у всех есть проблемы, да, то что нарастает кутикула, она становится более грубая, некомфортная, могут появляться заусенцы. Вот поверьте мне, я каждый день пользуюсь этим продуктом, я влюблена, и у меня на самом деле состояние кутикулы стало намного лучше, просто невероятно. Поэтому я себе сразу взяла второй, заказала себе попробовать укрепляющее средство, сегодня с ним сделала маникюр. Очень приятное средство, наносится легко, ровное покрытие, приятный, сразу такой блеск на ногтях с легкой розовинкой.
Получается, что его можно носить просто отдельно или под лак. Вот укрепляющее средство. А при покупке двух продуктов, то есть можно выбрать еще маску для ногтей ночную, в подарок вкладывают жидкость для снятия лака. Она очень деликатная, нежненькая. Буду пробовать. У нее небольшой объем, 75 миллилитров, и она стоит дорого. Вот на самом деле цена высокая, но так как она идет в подарок, я очень этому рада. Поэтому рекомендую вам тоже посмотреть что-то для своих лапочек, чтобы они были ухоженные, красивенькие, выбрать какие-то варианты либо в подарок, либо для себя, и получите еще вот такое средство. Здорово. Это еще не все. Заказали у меня средство для умывания, серия Pure Skin. Эта серия, ну, она больше для молодой кожи, проблемной, но также берут и взрослые люди, у кого жирная кожа, потому что средство очень комфортно и приятно. У него такой большой объем, его надолго хватает. Так, по весу чувствую, что здесь много, 150 миллилитров, но такой увесистый флакончик. Так, далее заказали крема для рук и мыло. Смотрите, красивые наборчики, их можно найти во вкладыше каталога, супер скидками. Смотрите, как красиво все упаковано. На мой взгляд, это чудесный вариант на подарок девушке где-то 8 марта. Видите, все в цветах, все так красиво. Либо это просто приятный подарок для себя, презент кому-то сделать можно. Так, надеюсь, вам еще видно охват камеры. Тоже под заказ аромат Мисс Джордания. Многие любят этот аромат. От этой клиентки повторный заказ, то есть она его берет уже не первый раз. Понравился он, действительно очень стойкий, красивый аромат, у него состав очень богатый. И если вы выбираете себе что-то интересненькое, хотите, да, новый аромат какой-то попробовать, закажите сначала пробники, потестируйте на пульсовых точках, походите с этим ароматом, потому что мне вот, например, этот аромат не подошел, он мне нравится на других, а на мне нет. Так же как и аромат Divine, на ком-то мне нравится, сама наношу — не подходит. Поэтому тоже будьте внимательны к ароматам, ведь нужно выбрать такой, чтобы носить его с огромным удовольствием. И это еще не все. Под заказ бальзамчик, новый бальзам. Я таким уже пользуюсь, кстати, на канале есть видео отдельное с тестированием этого бальзама. Классный, правда классный. Сначала немножечко был аромат непонятен, я, знаете, как привыкла к аромату прошлой коллекции. Мультиактивный бальзам у нас был с ароматом клубники, он мне очень-очень-очень нравился. У этого аромат необычный, я так и не поняла, чем же это пахнет, но он достаточно приятный, какие-то вот сладковатые такие нотки в нем есть. Мне нравится, как он лежит на губах, и я им пользуюсь сейчас каждый день, и это говорит о том, что мне понравился, потому что у меня открыто сейчас 4 бальзама и еще несколько смягчающих средств, а я пользуюсь им. Мне нравится цвет на губах, у меня оттенок розовый, там видео посмотрите, он правда хороший. Вот бывает такое первое впечатление у продукта, прям вау, вау, а потом пользуешься и что-то идет не так, или наоборот, сначала не нравится, а потом нравится. Так вот, с этим продуктом все хорошо, он мне и понравился сразу, и я им продолжаю пользоваться с удовольствием. Кот убежал, ты чего ушел от нас? Так, далее у меня в заказе, вы знаете, чему я удивлена, я не вижу в заказе зубные пасты. Я вот точно помню, что я их заказывала, а где они, не могу понять, забыла или что-то пошло не так. Но я их вчера тоже заказала много, думаю, надо прям много сделать запас, потому что осталось всего 3 пасты. И зубные щеточки, сейчас на последней странице каталога такая классная акция, именно вот зубные пасты и зубные щетки. Отличная цена. Давно такой скидки не было, поэтому нужно делать запасы. Надо будет щеток побольше заказать, потому что я взяла эти щетки, и у меня еще их просят. Надо будет брать. Так, здесь еще карандаш для бровей серия On Color. Я сама не пробовала,
это у меня взяла клиентка на пробу, надеюсь, ей понравится. Если вы пробовали, напишите отзыв про этот карандаш, потому что интересно, как он в деле. Все посыпалось, считаем 4. Это мыла, они сейчас идут по акции со скидкой. И так как у меня перед Новым годом забрали полностью всю мою коробку, там осталось несколько кусочков моих эксклюзивов, которые я просто вообще никому не отдаю, и я сейчас решила пополнить запасы, потому что это мыло серия Vita Care, у меня его берут очень хорошо. Вот смотрите, какие кучки здесь. И еще тут многие и под заказ есть, и я взяла их себе, чтобы было о чем говорить с клиентами. 3×4 12 кусочков, по моему если все правильно. Так, и это еще не все, я заказала календарики наконец-то. Вы знаете, уже год наступил, а я в каждый заказ забывала включить код с календариками. Сейчас буду раздавать их клиентам, потому что я обычно, ой, какие красивые, я один оставляю всегда себе. Мне нравятся эти календари, то что здесь на обратной стороне идет разбивка по каталогам, и мне удобно по ним планировать свою жизнь, потому что моя жизнь, она идет также циклами по 3 недели, как идет каталог. Вот такие вот 4 календарика в наборе, цена невысокая, ну что-то в районе 10 рублей, может быть 12, я не помню, ну они очень классные. Раздарю клиентам, подпишу везде свой телефон и отдам им. Я заказала набор полотенцев. Вы знаете, у меня очень много полотенчиков накопилось, и еще присылали много на обзор от разных компаний, но когда я увидела этот рисунок, и я знаю качество Oriflame, я подумала, что не стоит себе отказывать. Ой, качество лучше, чем я думала, тогда надо брать еще. Смотрите, у нас в комплекте 2 полотенца, красиво все перевязано, так, ну, классный подарочек. Одно полотенце маленькое, вы знаете, оно с одной стороны прям велюровое такое бархатное, а с другой махрушечка. То есть отлично, отлично. До этого у нас были полотенца полностью из махрушечки, а мне больше нравится именно такой формат, когда здесь помягче, дорого смотрится, красиво, а с другой стороны лучше впитываемость. А второе полотенце банное, я сегодня видела фотографию в чате у моего партнера, она уже получила это полотенце раньше меня и уже в него завернулась и делает маски. Вот это оно свернуто в 4 раза, вот это оно свернуто напополам, видите, большое какое, очень красивое, очень. И чем мне нравится полотенце Oriflame, они вот не выстирываются и не выгорают, служат очень долго. Смотрите, как забавно, надо взять еще, да, прелесть, просто вот такое удовольствие, даже вот будет в ванной висеть, и это так забавненько, нарядно, и в то же время не слишком, да, не пестро, так не аляписто, очень даже, очень мне нравится. Я не ожидала, правда, я поэтому один комплект взяла, я не знала, что оно будет такое вот с одной стороны мягкое, поэтому смело заказывайте, они еще на складе есть. Так, ну и это еще не все, я заказала набор, ой, один пробник вывалился, в набор входит каталог, 2 пробника для лица, крем Novage и тональная основа, и 2 пробника новых ароматов, которые называются Lost in You. Один у меня вывалился на пол. Знаете, я вчера, вернее, в ППХ сегодня, когда открыла, я понюхала быстренько, но я еще аромат не поняла, поэтому никаких отзывов давать пока не буду. Неоднозначно. Неоднозначно. Я даже сначала не поняла, какой где женский, где мужской. Такое чувство, что они унисекс, то есть подойдут и мужчинам, и женщинам оба. И это еще не все. Как официальному обозревателю мне прислали на обзор 2 новых помады. 2 новых помады. Мы сейчас с вами их откроем, посмотрим. Я, честно говоря, очень ждала. Я так люблю помады. Каждый раз себе говорю, больше заказывать не буду.
Новый дизайн The One, черный футляр с серебряным ободочком, с красивой серебристой надписью. Вау, какой темный оттенок, винный. Кстати, мне идут такие яркие цвета. Ну, просто фантастика. Ой, вкусно пахнет, сладкий такой. И второй, то есть это у нас новая серия The One, а второй, наверное, ультракремовая. А второй должен быть металлик. Сейчас откроем. Ух ты, розовый футляр. Такой красивый цвет, нежный. Кстати, и полотенце точно такого же цвета. А оттенок, ах, какой-то морозный, да? Я хотела пробники, я все пробники заказывала, их нет на складе. И я смогу попробовать эту помаду. Запишу отдельное видео. Пахнут одинаково, по-моему. Такие сладкие. Прям слюни потекли. Хорошо, что я не голодная. Попробую. Сами все посмотрите, все увидите, расскажу свои впечатления. А теперь открою секрет, откуда у меня так много заказов. Рассказать? Смотрите, мой секрет прост. Ах, вот мой секрет. Еще два здесь и еще один на столе. Вот столько каталогов я получаю каждый раз на весь период. Я беру много каталогов и я их раздаю людям. У меня каталоги дома не лежат, я их раздаю всем абсолютно. Я их дарю, раздаю, забираю, снова раздаю, разговариваю с людьми, рассказываю о нашей продукции, поэтому всегда много заказов. В прошлом месяце было что-то порядка 700 баллов. Представляете, да? То есть все хорошо, люди заказывают. И когда мне пишут или говорят, что у меня никто ничего не берет, я понимаю, что такое может быть, но такое может быть только в одном случае, когда вы не говорите о продукции, когда вы не показываете каталоги, когда вы не даете людям попробовать. Вот что я сейчас буду делать? Я взяла себе несколько продуктов, да, вот новинки, новые ароматы. Я возьму, где у меня для ногтей, я возьму две новых помады, я их брошу в сумочку и пойду. Пойду разговаривать, пойду просто общаться, пойду за покупками. Мои клиенты в основном это продавцы в магазинах. Я у них покупаю молочко, яйца, там сыр, курочку, да, и так далее. То есть я покупки делаю в разных местах. И везде, где продавец есть, это женщина, скорее всего, я общаюсь, я разговариваю. И у меня на канале есть видео, как я предлагаю людям посмотреть каталог, потестировать продукцию, какие я задаю вопросы. Ребят, если вы хотите научиться, то просто начните учиться. Вводите в YouTube прям запрос. Можете на моем канале посмотреть, как собрать заказы на 150 баллов, как показать каталог Oriflame. Посмотрите разные ролики, выпишите себе рекомендации и начните ими пользоваться. И вот увидите, у вас будет очень много заказов, и они будут увеличиваться с каждым разом. И маленькая рекомендация: создайте чат и всех своих клиентов собирайте в одном месте, и этот чат постоянно поддерживайте, скидывайте что-то интересное, делайте фотографии, хвалите за покупки, благодарите, устраивайте там розыгрыши. То есть делайте постоянную движуху, чтобы было интересно. Тогда у вас точно будут клиенты. А я все вам показала, пакетики вот остались. Поэтому я благодарю вас за внимание, желаю вам огромных успехов, позитива, приятного пользования нашей продукцией и огромных клиентских вам чатов. До новых встреч, всего доброго, пока-пока.